Всем привет, с вами Прия. Сегодня объявили весьма радостную новость для тех, кто ждет новое дополнение. Battle for Azeroth запущен, наконец-таки, предзаказ этого прекрасного дополнения. Многие эксперты, многие люди, якобы разбирающиеся в игре, твердили мне о том, что предзаказ будет через неделю после старта BlizzCon. Какая-то долгая неделька, я бы сказал. Итак, World of Warcraft, Battle for Azeroth, MMORPG. Все окей, все отлично. Стоимость входит повышение уровня до 110 сразу же, как только оформите предзаказ, сможете апнуть своего персонажа до 110 любого абсолютно. Стандартное издание 2000 рублей, Deluxe 3000 рублей. Отлично. Игра выйдет не позднее 21 сентября 2018 года. Конец лета, начало осени. Это выход дополнения Battle for Azeroth. Все дело прекрасно. С предзаказом вы получите доступ к цепочкам заданий союзных рас. Поняли, да? Оформляем предзаказ как можно быстрее и быстрее идем играть за новые расы. Только быстро вы не сможете оформить предзаказ, я сейчас скажу почему. Подарки электронного издания Deluxe можно будет получить после или незадолго до выхода игры. Да, в файлах игры в текущий момент есть делюксовые маунты, но в игре их пока что какое-то время не будет. Ну и описание самого обычного издания, которое нас ждет. По-моему, был такой маунт. Очень схожая модель. Ну и в принципе и все. А почему нельзя сейчас сделать? Я вам сейчас расскажу. Предзаказ. Вы занимаете 682 место в очереди. Время ожидания 11 часов. Страница автоматически обновится через 5, 4, 3, 2, 1 секунду. Вы занимаете 682 место в очереди. Время ожидания 11 часов. Спокойной ночи. Всех вам благ, счастья, здоровья. Берегите ноги, не болейте. До скорого.